Здравствуй, зритель! Смейся, не хнычь! Я ведущий, зовут Кирпич. Студент и мечтатель, парень московский. Таким, как я, был сам Маяковский. Итак, 5 семестров вместе проведено. Я вас приглашаю на фильм и на медиум. Как все перепуталось. Сны, экзамены, профессоры речь, замечания мамины. Сценарии жизни, сюжеты из книг. Примите в подарок наш фильм «Боевик». Сами мы не местные. Перевести, что хотите? Ага. Ну, это не так легко. Надо сначала античку сдать. Античку? Доценту Балдицыну Павлу Вячеславовичу. Ага. Он рядом в аудитории. Павел Вячеславович. Балдицын? Балдицын. Балдицын. Или его дочери. Дочери? Ксения Павловна. Ксения Павловна. А она на кафедре. Ага. Но еще нужно отрывной подписать у самого декана. А иначе нельзя. Отрывной у декана Павел Вячеславович Балдицын в аудитории, дочь Ксения Павловна на кафедре. Выбирай. Спасибо. Времена Катула, она и в наше время не уснула. Все девушки полны ее сияния, а юноши отваги и желания. Любовь всем в жизни очень пригодится, как говорит мудрейший наш Балдица. Оде тамо, квариат факиам, фортассе реквирис. Nescio, sed fieri sentit ex crucior. Стихотворение, построенное на кресте противоположных эмоций. Я ненавижу ее и люблю, и не знаю сам, что чувствую, но томлюсь. Чувство творить не способно. Это не я сказал, а Зинаида Николаевна Гиппиус. И я думаю, что это верно, потому что голая страсть Катулла конечно, не могла создать столь замечательное стихотворение, которое читают и до ныне. Лесбия, ты говорила когда-то, что любишь и хочешь только меня, что тебе самый Юпитер не мил. Что ж, и тебя я любил. Причем тут надо иметь в виду, что у римлян, как и у греков, слово «любовь» означало телесную, страстную, плотскую, сексуальную, как сказали бы мы сегодня, любовь. Амо. Говорил пожалуйста, римлянин, не оставайтесь безответным. Мне бы очень хотелось обсудить с вами проблемы античной литературы, иное но чувство, то в неофициальной обстановке. Чувство, которое, тихая конечно, музыка, ужин при свечах, и за много столетий до Катулла. Сладкие вина я терпеть не могу. Я люблю только сухие. И красное сухое не разбавляю. Правда, понимаю, что у него есть своя мера. Во всяком случае, вся поэзия Катулла, удивительный сплав сильнейшей любовной страсти, настоящей, истинной и безысходной, и трагичной, и удивительного, удивительной работы разума, интеллекта,
творческой способности человека, который единственно умеет утихомиривать страсть. Я щель Зевеса, могучего бога. Трепещи, смертный, поди на колени. Рассудит наш спор этот юноша, милый, и выберет ясно богиня любви. Послушай, прекрасный бабарец, ты верно одинок в этом мире. Тебе бы следовало найти себе подругу. Если ты выберешь меня, то не слушай ее. Она тебе морочит голову своими чарами. Если у тебя будет власть, то все прекрасные девушки соберутся вокруг тебя. Будешь президентом, бабарстан, ну или хотя бы генпрокурором. Зачем тебе эта грязная политика? Учеба – вот истинная цель. Получишь красный диплом, дадут тебе звание академика. А стипендию? Две, три! Он продался Зевесу! Давайте превратим его в пука! Нет, лучше в корову! В жабу! Нет, лучше в песню! Удава! Да ты, пожалуйста, что ты делаешь? Дороже чар литературы. Для нас уроки физкультуры. Студентов хилых нам не жаль. Пусть будут мускулы, как сталь, чтобы от радости вздыхала, увидев нас, Светлана Михайловна. Очень медленно двигайтесь. Начинаем движение побыстрее. Следующее задание. По свисточку сделайте. Упали. Два раза отжали. И бег в противоположном направлении. Делаем ускорение. Ты кто такой? Почему пришел без формы? Больше на занятия не пущу. Сегодня встаешь в строй и занимаешься той формой, в которой пришел. Трепещут арфы, нежные струны, плывут аккорды в тишине. Андрей Вадимович девом юным опять является во сне. Thank you.
женить вашего блудного брата. Говорят, старая девица, он на манит и махьяш. Oui, peut-être, oui. Он умеет маме женить. Я еще не чувствую за собой такой слабости. Но у меня есть одна petite personne. Наша родственница княжна. И богата ли ваша княжна? Она богата и хорошая фамилия. О, это как раз то, что нам нужно. Как вам недавно вышедшая повесть Адоевского? Последний квартет Бетховена? Oui. В этих строчках, как в звуках, вся его душа. О, вы не сыграете нам что-нибудь из Бетховена? Спокойно, расскажите, что случилось? Что значит ничего? Что случилось? Анастасия похищена. Анастасия похищена. Подождите, подождите, сейчас, сейчас, одну секундочку. Настя. Алло, ФСБ? Да, Андрей Раскин с факультета журналистики. Жуткая трагедия случилась. Да, барбарцы похитили нашу студентку, Анастасию. Да, опять проделки сумленного. Что, не волнуйтесь? Ну вот, стараемся. Приедете? Что делать? Брат живым? Хорошо, ждем. Ждем. Спасибо, спасибо, ждем. Сказали, что сейчас приедут. Да? Не волнуйтесь. Юля, не волнуйтесь. Да? Успокойтесь, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Саш, что с ним? Ой, да ничего, зато, Андрей Ильич, это будет такой репортаж. Подождите, подождите. Подождите. Я получу пулитцеровскую премию. Подождите. Вы помните, что каждый журналист, отправляясь на выполнение ответственного задания в зону вооруженного конфликта, должен взять с собой что? Шоколад, сигареты, немножко алкоголя и веревку. А мыло? И пару. Да-да, я помню. Кстати, Саша, вы хотите автомат? Конечно, Андрей Вадимович, конечно. Что вы делали на моей последней лекции? Ну я же говорил вам, что журналист не имеет права брать в руки оружие и даже надевать военную форму. Андрей Владимирович, последний раз, последний раз. Смотрите, чтобы это было последний раз. А, правда, ну откровенчика, слушай. Как, Илюшка? Слушай, пойдем со мной, ты у меня же там
стану десятой любимой женой. Вах! И я тебе подарю золотые горы. Вах! И высоко в горах построишь Медео. Вах! Аба! Кто вы? Что вы тут делаете? Мы сами люди не местные. Ну что, продолжим репетицию? Я лучше потом зайду. Прояляду тяни, прояляду, я тебе говорю, прояляду тяни билет, прояляду. Гнев у богини воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный который Ахеина множество бедствий содеял, многие души могучие и славных героев не зринул, мрачная ит, и самих распростер, и в корысть плотоядным птицам окрестным псам совершалась Зевесова воля, сонного дня, как воздвигшие споры воспылали враждою, пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный. Вот. Вот. И что вот? Как что? Вы говорили сами, 5 плюс 7 выучишь, 5, а миллиарду выучишь, поставлю 5, вот. Обещал вам кто-то, так не 5 строк, а 5 песен, и желательно в оригинале. Что у вас в билете? А вы то Овиди какой-то, да? Не было такого в программе? Не было. Овиди? А что, кстати, об Овиди в Евгении Онегине сказано? А я про Евгений Онегин только про кровать вспомню. Онегин, я с кроватной встану, безумно я люблю Татьяну. Угу. За что страдальцы кончил он свой век блестящий мятежный, Молдавии, души степей, вдали Италии свои. Так что приходите-ка вы ко мне через неделю или через месяц после библиотеки. Журфак – это наше отечество. С дороги его не свернуть. И я, как весну человечества, пою курсовую весну. Мы молодость. Выпьем до донышка, ведь годы промчатся, как дым. Мы светим весеннее солнышко всем-всем молодым и седым. Гаснет небо в кулаке, молодежь не любит света, след помогает.